официальный сайт игры pointblank.ru, официальный сайт лиги cyberarena.tv, главный технологический партнер проекта корпорация Intel, генеральный партнер компании Asus, официальный игровой центр Киев Киберспорт Арена, партнер игровой дисциплины компания Innova Systems. Всем привет! В эфире второй выпуск лучшей десятки фрагов Суперкубка Intel Challenge в номинации Point Blank. Турнир уже начинает набирать обороты, ровным счетом, как и игроки стали демонстрировать более яркую игру. Сегодня в топ-10 вы увидите вторую часть лучших моментов первых двух игровых недель. Вас по-прежнему ожидают моменты с шотганами, М200, аугами и многое другое. Во второй выпуск попали такие игроки, как Тос, Мерси, Добрая Фея, Лютый Фаршик, Хот Райт и Лир Вервульф. Кто остальные фраг-исполнители, вы узнаете после первых 5 моментов. Открывает 10 лучших фрагов недели Лимончик из команды Unstopped. Тяжелейшая ситуация 1 в 3, с которой этот игрок справляется на пятерочку. Смотрим и наслаждаемся. Мяч сейчас пойдет, а абсент уже спустился. Исай, Фаршик, какой фейл! Какой фейл, Лимончик. Ну, покажи нам, что ты можешь. Витаминный наш друг. О, Лимончик, молодец. И вообще красава, Лимончик. Девятую строчку нашего фраг-парада занимает Доберган из команды мечты Dream Team. Его минус 3 помогли команде продолжить борьбу в этом матче и добиться положительного результата. Отличная хелпа и выбивание плента. Даже не знаю, за кем смотреть. Доберган очень, он уже в пленте прочекал. Никого, тут есть враги, тут есть враги. Нубку сейчас прочекает, 100%, да, прочекал нубку. Поймал обе, 86 кп, Хае не коцает, релоуд, видит Емеда, минус Емед. Минус от Хурикейна, минус 3 от Доберган. На восьмом месте сразу два игрока Unstopped, Лимончик и молодой Лютый Фаршик. Эти парни отлично разыграли раунд 2 против пятерых. Какая неудача настигла команду Unstopped, Лимончик минус, Лютый Фаршик. Лютый Фаршик в игре, смотрим, минус 1, идет дальше Лютый Фаршик, пока в принципе без проблем для него. Нет, развивался этот эпизод, но все, здесь какие тряпка, чуть позже пройдемся по оружию. Напоминаю, что по правилам Intel Challenge играется 9 раундов в сумме за сторону. 10 раундов нужно, чтобы победить матч. Минус от Лимончика, он пытается тащить и 1 на 1, посмотрите, у него уже есть преимущество по хилсам. Опаснейший Лимончик, так, The Bubble Gum, непонятно, что он хочет сейчас тут, но Лимончик должен брать раунд, очень мало хп у желательной резинки. Тряпка, кстати, посмотрите, у парня. И хедшот от Лимончика, отличный эпизод. Седьмое место занимает Рулис из Райс. Минус 4 за раунд, отличное достижение для любого игрока. Смотрим и учимся. Она тебе понадобится, небольшой размен. Так, атака, бухло пытаются пробить. Апгрейды, минус от абсента на спуске. Валфит уходит, ну что, дальше? Что дальше? Рулис дал минус. Но, по-моему, всем даст. Ой, что это было? Аимчик, по-моему, ты завтыкал. Вконтакте там что-то, наверное, отписывал. Либо я не знаю, когда ты прятался. Рулис последний. Рулис нет. 1-1. Рулис минус 2 вытягивает. Рулис раунд. На шестой строчке обосновался один из самых популярных игроков в Point Blank, он же Тос из Гетто. И, конечно, не без своего товарища Дробовика. Очередные минус 3 и масса боли соперникам. В коробку он зашел, да, кидает. Нет, он был в парыче, да, минус в парыче. Прокинул Хае. О, прилетает граната с мидла. Емат, это дым, Емат! Тос его запилял какими-то быстрыми сильными выстрелами. Там, заколдовал его за кручую дробаш величу. ПБ в голову залепить хочу, я не знаю, что там колдует, какие слова говорит Тос, но
конечно, дробаш его в руках, этот бить довольно веселая в голову. Тос, что вытворяет? Бомба установлена, и это, по-моему, все-таки это 2-2. Сейчас я поставлю раунд второй, ребят, не переживайте, еще 2-1, уже 2-2. Прежде чем мы посмотрим на лучшие 5 фрагов этой недели, давайте глянем на то, что не вошло в основной выпуск топ-10, но все же заслуживает внимания. Всегда происходит на Метауне тусовки на тупе, вот на этой позиции тусовочки, здесь просто... Ну, никогда они здесь, на халде точнее, топ. Они никогда не прекращаются. И врыв от Фортис. Влетают ребята на бухло. Здесь без шансов. Тряпка дает 2 минуса. Это Эфис тряпочкой принимает хорошо. Принимает позиции. Мансы. Ну, доезжишь. Третий фраг от Эфиса идет дальше. Или там должен быть тут. Сегодня у нас два момента из одного матча от одного парня, ник которого очень трудно прочитать. Я называю его Эпис из команды SIG. Это что за маска такая? Это казахстанская маска, так сзади. Настоящий казах. Вот, смотрите, Гелио Вайнс. С казахской маской. Маской бешеного казаха. Очень быстро умираешь. Это шутка, но вот в этом эпизоде она его не спасла. Минус 2, Эфис. Ой-ой-ой, Эфис идет и сносит у своих врагов. Что он сдает? Переходим к 5 самым лучшим моментам недели. На 5 строчке Лирвер Вульф из AOXE Female. Отличный момент из принципиальной игры. Битва за второе место в группе против парней из команды RAM. Падает на свои позиции. 2 в 4. Лирвер Вульф и Педалик остаются вдвоем. На Б уже будет проход. Педалик. Ох ты. Ой-ой-ой, что сейчас будет? Минус 1. Ну же, кого? Минус 2. Лирвер Вульф. Что сдает? Это не Педалик, это Лирвер Вульф. Извините, ошибся, но эта девушка сдала. Тут Педалик, нет, не пришла на помощь. Уже ушла. Сейчас патроны закончатся, Лирвер Вульф, ее пытаются, ее загоняют, забивают просто в тупик, там 15 хп слева у парня, и я даже не, почти сотый Гоба, Гоба ставил бомбу, Кверти сейчас умрет. Да, Лирвер Вульф классно играет, а Гоба поставил плент на другой точке. Ну и давайте смотреть, сейчас будет встреча. А нет, не будет встречи, пропрыгнула вниз Лирвер Вульф, упадет на дефу, слышал это Гоба, и начинается перестрелка, 73, ушла в плент, релоудится. Показывает, что не пузит. Жмет и берет раунд. Какая жесткая девушка. Что она сдала? Я не знаю, сколько она фрагов сделала. Деактивировано. Ну, жестко. Вплотную к первой тройке подобрался Hot Right. Великолепный момент и не менее яркая игра одного игрока против четверых. Hot Right. Ну давай, Мишу ты... Вот, хорошо, дал минус. Hot Right тоже, правда, свой тайминг уже потерял. Но все равно скалкеров спинут. Второго спинут, красавчик Hot Right. Хорошо поймал и Dream последний. Он говорит, наверное, сейчас, ребята, вы... Hot Right жесткий.
Бронзовый призер второго выпуска лучшей десятки фрагов Суперкубка – добрая фея в шоу-матче женских команд в честь старта лиги. Сумасшедший поджим на Люксвилле говорит о том, что с этой девушкой шутки плохи. Серебро забирает лютый фаршик, молодое дарование Point Blanco. Сегодня он выигрывает раунд 1 в 4. Да, так и захлебнулась, говорят спортивные комментаторы, причем очень плотно захлебнулась и подавилась. Да, фаршик, это же МКС, это бомбу поставят, денег не дадут, пусть деньги не нужны. Минус от фаршика, делает минус, 1-3 остался, может быть будет супер эйс от него. Так, смотрим, так, есть минус Сопрано от фаршика. Уже 2х забрал, 2 осталось, минута 45, время есть, и можно сейчас обмануть своих врагов, накрутить раунд. Ну, смотрите, его никто не ждет вообще. Потом вдвоем будет выходить на одного. Ну, тут нужно смотреть, как будет действовать защита. Она должна действовать как по учебнику, вот сейчас Рули спешит, да, надо быть вообще вместе. Только так можно из фаршки приготовить котлет, по-другому никак. Опа! Опасный фарш, уже третьего забрал и один на один. Ну вот теперь проблема у Фейпса. Что, он будет дергать бомбу? Надо дергать бомбу. Фаршик берет раунд и 1 в 4. Просто жестко раздал. И это очередной момент, по-моему, топ-момент для команды Unstopped. Счет матча становится 9-4. Лучшие фраги топ-10 номер 2, по нашему мнению, исполнил Мерсисайд из Гетто Ганг с М200 1 против четверых. Теперь все могут понять, почему именно этого парня называют одним из лучших снайперов в Point Blanco. На шифте. Тишина. Враги вообще ушли с точки. На никого. Напряжение на матче. Дергается рука у Мерсисайда, 1 в 3 раунд. Ну что, пошел вставить. Вот тут очень важен будет первый фраг для него. Если заберет первого. Да, он выкупает респ. Все, его увидели. Но стоит все равно, по-моему, перестреливаться. Надо идти на отстрел. Потому что если они зайдут в точку, у него шансов не будет. Он это понимает. Хорошо, минус делает. Минус 2 и 1 на 1. Мерсисайд берет раунд. Фантастика. На этом у нас все. В следующем выпуске вы увидите очередную порцию фрагов от участников Суперкубка. Увидимся на прямой трансляции матчей по Point Blanco каждый вечер со вторника по пятницу на нашем стрим-канале. Официальный сайт игры pointblank.ru, официальный сайт лиги cyberarena.tv, главный технологический партнер проекта корпорация Intel, генеральный партнер компании Asus, официальный игровой центр Киев Киберспорт Арена, партнер игровой дисциплины компания Innova Systems.